2010 году был образован Казанский федеральный университет. С 2010 года в состав КФУ вошли 7 вузов республики. Среди них было 2 педагогических вуза, что обусловило получение более масштабных ресурсов для развития педагогической науки, как в части оборудования и инфраструктуры, так и в возможности использования распределенной системы подготовки будущих учителей. Распределенная подготовка будущих учителей в научно-образовательных структурах классического университета с химиками, физиками, математиками и другими направлениями дает более фундаментальное образование, нежели образование в специализированных педагогических вузах. Более того, возможности КФУ создали самую вариативную в России систему получения профессии учителя. Серьезный импульс трансформации процессу подготовки учителя дала программа модернизации педагогического образования в Российской Федерации, стартовавшая в 2014 году. Казанский федеральный университет разработал 3 проекта из 23 на первом этапе и 1 из 8 на втором этапе. Значимым среди них стала реализация в 2016-2017 годах проекта «Внедрение компетентностного подхода при разработке и апробации основных профессиональных образовательных программ высшего образования по УГСН, образование и педагогические науки». Уровень образования бакалавриат, магистратура и аспирантура, профиль педагог основного общего образования. Проекты по модернизации педагогического образования ограничены, переплелись с реализацией стратегической академической единицы «Учитель 21 века» в рамках программы ТОП-5100, инициируя сотрудников университета на более активное введение инноваций, основанных на передовом мировом опыте, что в результате привело к самой вариативной системе подготовки учителей в России. Огромным вызовом для человечества на сегодня является мировой кризис школьного образования, который в своем опубликованном докладе обозначил Всемирный банк. У Казанского федерального университета есть свои ответы на этот вызов. В частности, КФУ продвигает практикоориентированное образование, начиная с детского возраста. Свой планетарий, детский университет, проект «Умная Казань», собственные лицеи, IT-лицеи и лицей имени Лобачевского дают возможность студентам в апробации своих знаний, приобретенных в ходе тренингов на учебных предметных лабораториях в Центре магистратуры педагогического образования Казанского федерального университета. Причем Казанский федеральный университет выстраивает модель непрерывной системы образования на протяжении всей жизни человека. И это является основной стратегией долгосрочной перспективы развития педагогического образования университета. Инновационные подходы в технологии образования выстраиваются в основе своей на опыте сотрудничества с мировыми университетами-лидерами в области педагогического образования и науки. И в этом смысле Казанский федеральный университет является одним из лидеров по стране. Новации КФУ в области педагогического образования ежегодно обсуждаются на Международном форуме по педагогическому образованию, который традиционно собирает в Казани ученых из лучших мировых университетов, в частности Оксфорда, Глазго, Дублина, Мичигана, Дрездена. Этот форум стал сейчас крупнейшей в России научной площадкой по обмену передовым опытом по подготовке учителей между российскими и зарубежными исследователями. Современные исследования с ведущими российскими и мировыми университетами по проблемам подготовки высококвалифицированных учителей, призванных создавать фундамент инновационного развития России, вводят Казанский федеральный университет в топ мировой педагогической науки. Подтверждением тому является включение КФУ в число 100 лучших высших учебных заведений Европы в области Education. В предметном рейтинге мировых университетов QS.